Фух, ну вроде я залил новый ролик на YouTube. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я сидел, заливал ролики на YouTube, снимал их, в принципе, делал к ним превьюшки, монтировал, и совсем, кстати, забыл про свою основную работу. Это пойти на грядки, ребятки, потому что я давно уже не занимался фермерством. Берем моркошку, картошку и семена пшеницы по стандарту, вы уже много раз слышали эту фразу, и погнали на работу. Здорово. Привет, Компот. Привет, а ты что тут стоишь возле моего дома с другом? Как стою? В очередь? В очереди стою. В смысле в очереди? В какой еще очереди? Дай-ка пройти. Как? Стоп, слушайте, у меня вопрос. А куда вы стоите? Компот, ну ты же сам знаешь, куда мы стоим. Ты же это все устроил. Чего? Я ничего не устраивал. В смысле, вы тут стоите просто так в очереди? Я вообще ни при чем. Ой, Компот, я вот знаю вот это вот твои троллинги. Все, давай, давай. Ладно, хорошо, стойте на здоровье в очереди, если хотите. Только дайте мне пройти вот тут вот где-нибудь. Ё-моё, а куда вы стоите-то в очереди? Или... Вы что, в озеро стоите в очередь? В смысле, это конец очереди. Это конец очереди? А где тогда ее на начало? Ух ты, это что это такое? Это... Чё это такое? Я не понял! Мои грядки, мои огороды, меня ж теперь уволят! Шмышли, Компот, это же ты построил! Чё? Кто тебе сказал, что это я построил, а? Так ты сказал! Я сказал? Ты чё? Я сегодня целый день сидел дома, снимал ролики, монтировал их, я ничего не делал, а тут какой-то фиг построил дом на моих грядках, прям, ребят, посмотрите на это! Это вообще дом? Это как-то он странно выглядит. Стоп, ребят, Он на что-то похож, знаете на что? Чё? Бесплатный алмаз от Компота. В смысле? От какого это Компота? Я не раздаю жителям никакие бесплатные алмазы, все, расходитесь. Ребят, он троллит, он шутит, раздает, он все, он сам нам сказал сегодня. В смысле? Это бред какой-то, это дезинформация, ребят. Вот, я настоящий Компот, официально заявляю вам, что я не раздаю никакие алмазы. А этот дом, если честно, похож на дом... Ребят, этот дом знаете на что похож? Помните, я на днях выкладывал ролик, который назывался «Я превратился в фейкового компота и проник на ненастоящую деревню». Так вот, ребятки, точно такой же дом был в той самой деревне фейковых компотов. Кто не смотрел, быстренько объясню. Фейки мои, их довольно-таки много, они пытаются обмануть людей, но, ребятки, я с ними, естественно, борюсь. И подождите, они что, настолько оборзели, что уже в моей деревне дом построили или что? Так, жители, ну-ка погодите-ка, дайте мне пройти разобраться. Так ты это, в очередь вставай. В очередь? Ты чё, я тут 2 года буду в этой очереди стоять, пропусти меня сейчас. Так, Компот, ты вообще обещал раздавать нам алмазы. Алмазы раздавать? Ё-моё, как бы сделать, чтобы меня пропустили вне очереди? О, у меня есть идея, ребят, у меня есть идея. Жители, дайте пройти, ё-моё, не толпитесь тут, пожалуйста, возле моего дома. Ребята, нам нужно кое-что прямо сейчас с собой взять. Вот это возьмем, вот это возьмем, вот это возьмем тоже на всякий случай. И еще вот это вот, чтобы задобрить жителя, который меня не хочет пропускать. Жители, пожалуйста, расходитесь, я не раздаю никакие алмазы. Эй, житель, пропусти меня, пожалуйста, вне очереди, вот тебе, не знаю, вот, держи. О, офигеть, проходи. О, спасибо большое, вот это я понимаю, так сказать. Так, ребята, мы находимся в этом фейковом доме. Я практически на 100% уверен, что его построил какой-нибудь фейковый компот. Погодите, тут спуск вниз, тут нет никаких ловушек. Так, поаккуратнее будем мы тут и... Ёшки-матрёшки, где мы? Что? Житель? Чё происходит? О, кнопка, ну-ка. Ну здорово, Компот, твои жители еще тупее, чем я думал. Да, я твой фейк, я построил этот фейковый дом у тебя в деревне, притворился тобой. Они не проверили никакую информацию, повелись на это, подумали, что ты раздаешь алмазы. Я их заманил в дом, и теперь всех жителей, которые успели сюда зайти, я посадил в ловушки. Если ты хочешь все-таки их освободить, тебе нужно пройти эти испытания и освободить жителей. А если ты не сделаешь это в течение 10 минут, то тут все бабахнет, все взлетит на воздух. Удачи тебе! Ты куда делся? Алло, вернись назад, слышь, ты фейковый компот, я сейчас твой монитор выброшу вон туда в лаву. Ребята, я так и знал. Фейковый компот построил фейковый дом в моей деревне, чтобы обманывать жителей. Ё-моё, ну почему они ему поверили? Он притворился мной и сказал, типа, вот, бесплатные алмазы, и все, теперь все жители в ловушках. Чёрт, и что делать? Надо теперь как-то их спасать. Житель, стой, я уже иду к тебе. Так, ребята, нужно аккуратнее проходить. Вот тут все. Так, а это что? Еще житель? Господи, житель, с тобой все нормально, с тобой все хорошо. Давай я
сломаю это все. Компот, спасибо большое. Я думал, это настоящий компот. Он мне даст алмазы. Нужно срочно предупредить людей, которые остались на улице, стоят в очереди. Точно. Они сейчас будут сюда заходить и могут быть тоже обманутыми. Так, ладно, нужно их сейчас как-то предупредить. И хотя, ребят, слушайте, у меня есть небольшая идея, как остановить это все. Смотрите, мы ломаем вот так вот два блока и просто перекрываем этот выход. Давайте это прямо сейчас сделаем. Все. По сути, из очереди больше сюда никто не сможет зайти. И теперь все будет нормально. Все, побежали быстрее, ребятки, спасать теперь остальных жителей. Жители, я иду к вам! Спокойно, все нормально! Так, ребята, сюда теперь прыгаем. Теперь сюда. Житель, давай, выходи. Иди на улицу и переубеждай всех жителей, что тут нет никаких алмазов, никакого компота алмазы не раздает. Так, ребята, давайте проходить паркурчик дальше. Опа, это что за нажимная плита? О, что за звук? Внимание, запуск конвейера. В смысле конвейера? Не надо, ребята, черт, тут конвейер, он сейчас запустится, и жители упадут в лаву, черт, а что делать, как мне отключить его? Че, чтобы остановить конвейер, нужно угадать пароль, как я его угадаю? Давайте все рычаги вниз, вот так вот, давайте сделаем, опа, черт, ребятки, не помогает, а если он сейчас запустится, конец же всем нашим жителям, давайте через один рычаг и... О, чё? Конвейер остановлен. Ё-моё, получилось, господи, я думал, что все жители сейчас упадут в лаву. Жители. Держитесь, ё-моё, тут нужно как-то грамотно сделать так, чтобы вы прошли. Осторожно, аккуратненько, жители, теперь выходите вот по этой палочке. Аккуратно, главное, не упадите в лаву. Так, вроде тут всех жителей спас, там тоже, давайте идти дальше. Что? Ты можешь спасти одного жителя, у тебя одна минута. Один настоящий, а другой фейковый. Чёрт, ребята, у меня есть ровно одна минута. Минуту, чтобы спасти одного из жителей. Один из них фейковый, а второй настоящий. Только вот какой из них и... Ладно, давайте левого спасем. Жители, все нормально. Тихо, давай, я тебя спасу. Давай, иди сюда, молодец. Ты слышь, ты офигел, это фейковый житель, ребята. Тихо, ё-моё, я его замочил. Компот, это фейк, я настоящий. Чё ж ты раньше-то молчал? Давай, как тебя теперь тут спасти-то, я не понимаю. Нужно как-то... А, черт, ладно, хорошо. Давай пробую тут все обкопать. Вот так вот с этой стороны. Сейчас добуду тебе булыжника, все будет нормально. Так, отлично, давай, теперь аккуратно, просто самоаккуратность. Выходи отсюда и покидай, иди предупреждай других жителей, что это обманы ловушки. А я, видимо, иду дальше, ребят, это, видимо, еще не конец. Тихо, осторожненько, помаленечку, потихонечку и... Ёк-макарёк, это что еще такое? Тихо, ребят, я поджёгся об этот лавовый лабиринтик и... Опа, я там вижу жителя, его срочно нужно спасти. Житель, тихо, я иду, это я настоящий компот, все нормально, все спокойно, ё-моё, я горю. А ты, житель, должен аккуратно прямо сейчас пройти до самого конца. Остерегайся ловушек, их тут просто полно. Ё-моё, когда я уже потухну, давайте постоим, подождем. Так, все отлично, вроде я потух, и впереди еще у нас есть испытание. Кстати, житель, а ты не знаешь, там еще жители есть? А, он уже смотался, ладно, окей, хорошо, будем аккуратно и без его помощи. Мы сейчас справимся. Ё-моё, тут шипы. А тут как пройти? Ай-яй-яй, больно в ноге. Вы чё, аккуратнее, сейчас штаны порву. Нужно осторожней тут быть, ребята. Мне чё, прыгать через шипы? Ну давайте попробуем. Спокойно, дальше идем, все нормально. Опа, я вижу еще одного жителя. Черт, как же тут остро. Житель, осторожно, сейчас выходи. Не зацепись за шипы, не зацепись за лаву, как это вот я вот сейчас, например, сделал шипами. Выходи наружу и переубеждай всех жителей не заходить сюда. А я пойду дальше, ёшки-матрешки. Воу. А тут тоже кое-что опасное есть, ребятки. Тут у нас вот такая вот штука, которая поджигает каждый раз, когда я по ней иду. Ладно, тут нужно быть тоже аккуратно. Так, а тут что? Опа. О, тут тоже житель, ё-моё. Как мне повезло, что я его заметил, ребят. Я его мог вообще не заметить. Житель, это я, компот. Ё-моё, тут нифига не сломаешь, тут везде бедро. Короче, лови вот этот блок, поднимайся и выходи на улицу срочно, только будь аккуратнее. Так, куда мы идем дальше? Дальше нам нужно быть аккуратнее. Вот туда аккуратно проходим и все. Так, где... Чё? Компьютер? Монитор? Камера? Слышь ты! Ты! Фейковый компот! Здорово, компотец! Слышь ты зачем мной притворяешься? Зачем ты всех обманываешь? Ты знаешь, что это вообще очень на самом деле плохо? Да мне наплевать, что плохо, что нет, зато я повеселился, а ты меня вообще не достанешь. Сейчас я уеду на своей фейковой тачке назад в свою фейковую деревню. Ты чё, я же разнес вашу фейковую деревню! Как мне тебя достать? Ё-моё, ребята, нужно как-то его достать, ну и ломать эти дверцы я буду очень долго. Адьёс, компот! А где мои ключи?
Я не понял, где мои ключи от машины? Черт, я ее, кажется, забыл. Ага, попался. Так, ну сейчас я тебе... Сейчас я тут это все сломаю, хана тебе. Давай, 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 ломайся, 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 ломайся. Быстрее, быстрее, пока он там не нашел ключи и не смотался. Здорово, слышь ты, давай, давай. Эт, ты что, офигел, что ли, нападаешь еще на меня? Все, ребята, я, кажется, его слил. И тачку его полностью тоже разломаю сейчас киркой. Давайте это сделаем, все. Отлично, вроде разломали. Так, ребят, по сути, он тут один был, да? Вроде мы его победили, вроде все. Давайте вот его компьютеры, все вот это вот тоже сломаем. Все его рабочее место. А то офигел совсем. Ну, раз мы его победили, теперь самое время вызвать, ребят, полицию. И все ей показать, все и рассказать. Давайте, главное, что у меня запись же сохранилась. Да, у меня запись ролика этого сохранилась, отлично. Так, и погнали выходить. Только выходить нужно не менее аккуратно, как я заходил. Так, все жители вышли. Тут уже никого нету, осторожно! Ё-моё, вот так прыгать вообще нельзя. Тут тоже никого нету. Так, 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 вот там он, давай. Давайте, ё-моё, как у меня мало хп, нужно отдышаться. Все, вроде со мной все нормально, ребят. Теперь аккуратно, помаленечку, потихонечку. Давайте выходите проверять, никого ли тут не осталось. И так, вот тут вот никого, тут житель уже вышел. Давайте смотреть дальше с конвейера, все ушли. Да, ребята, все жители уже ушли. Я думаю, что все нормально. Да, никого больше нет. Осталось совсем немного, ребят. Я практически на финишной прямой. Давайте выбираться, выбираться, выбираться. Жители, не стойте, о, вы уже не стоите в очереди. Да, компот, все, мы уже и полицию даже вызвали. Ой, ё-моё, компот, вот мы повелись, конечно. Зачем? Нужно всегда проверять информацию в интернете. Да, конечно. Понимаете, жители, нужно всегда проверять. Нельзя просто так вот верить сходу. Сейчас столько изощренных способов в интернете, как обмануть людей. Вы можете даже не догадываться, что вас обманывают. Поэтому все нужно проверять. Да, компот, ну ладно, полицию мы уже вызвали. Сейчас им все расскажем. Да, молодцы, жители, молодцы. Я пойду со зрителями пока что попрощаюсь. Ребят, сегодня мы сделали благородное дело. И заодно и себе немножечко помогли. Потому что сегодня одним моим фейком стало меньше. И помните, сейчас будет очень важная информация для вас. Не стоит доверять всему-всему в интернете. Если к вам в доверие втеряется какой-то человек и говорит, я компот, я настоящий компот, не верьте ему, ребятки. Я сейчас в данный момент ни с кем не переписываюсь и ни с кем не веду диалог. Поэтому, если кто-то сейчас с вами переписывается, притворяется мной, выпрашивает деньги или что-то типа этого, это все ложь, ребята. Сразу блокируйте такого человека. А также, ребят, никогда не копируйте меня. Зачем это? Можно же быть собой. Это намного круче, чем быть с кем-то. Вот, например, один из фейков сейчас доигрался и прямо сейчас приедет полиция. Ну а с вами я прощаюсь, ребят. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Сейчас приедет полиция, мы им все расскажем. Всем удачи, спасибо, всем пока.